Здравствуй, мой дорогой зритель! Рада приветствовать тебя на своем канале. Если тебе интересны интернет-технологии и блокчейн, то советую тебе подписаться на мой канал. Здесь ты можешь найти свежие видеообзоры на различные криптопроекты и не только. А именно в этом видео я расскажу о платформе ICOS. Включайся! ICOS – это этап выдачи инженерных ресурсов, работающих на блокчейне в зависимости от сети Tron. Это дает возможность формировать производственные ресурсы в цепочке, которые предлагают введение в различные ресурсы, следуя их реальной стоимости. ICOS – это порт Synthetics в Tron, то есть производственный ресурс, который представляет собой презентацию финансовых документов, продуктов, акций и файлов. Инженерные ресурсы поддерживаются сетевыми токенами ICOS, заключенными в виде блестящего соглашения в качестве гарантии. SINS, то есть инженерные ресурсы, отслеживают стоимость различных ресурсов, позволяя криптолокальным и небанковским клиентам обмениваться peer-to-contract на ICOS Exchange без ограничения ликвидности. ICOS – это децентрализованная сделка, которая позволяет клиентам обмениваться любым токеном на базе Tron без магазинов и изъятий в единую книгу запасов. Более того, ликвидные пулы ICOS Swap практически не имеют проскальзывания для большинства бирж. Любой может внести свой вклад, добавив или исключив ликвидность для получения комиссионных в качестве торговых расходов, так же, как и вознаграждения, выплачиваемые в токенах ICOS. ICOS Swap – это порт Uniswap в Tron, то есть надежная децентрализованная биржа, которая позволяет пользователям торговать любым токеном на основе Tron без внесения или снятия средств в централизованную книгу заказов. Более того, ликвидные пулы ICOS Swap практически не имеют проскальзывания для подавляющего большинства сделок. Любой может внести свой вклад, добавив или удалив ликвидность, чтобы получить комиссионные в виде биржевых сборов, а также вознаграждений, выплачиваемых токеном ICOS. ICOS Exchange предлагает удобный и интерактивный интерфейс, в котором могут быть преобразованы разновидности синтез. Синтетическая форма валют, криптовалюты, товары и фиат доступны и открыты в ICOS Exchange. Концепции ICOS довольно революционные. Система работы на платформе сильно отличается от типичной экосистемы криптовалютных бирж. Платформа представляет собой средство для создания активов, где любой пользователь может создать новые синтезы с помощью ставок ICOS. Торговля активами и использование синтетических активов является очень прибыльной торговой системой. Она предоставляет трейдерам доступ к разновидностям синтетических активов в форме валют фиат, товаров, акций, фьючерсов и многого другого. И я думаю, это блестящая инновация. Также данная платформа состоит из Minter, предоставляющего собой децентрализованное приложение, которое позволяет владельцам ICOS выполнять различные задачи в сети ICOS. ICOS Minter предлагает понятную и интерактивную платформу, которая позволяет пользователям платформы чеканить и записывать токены SINS, управлять коэффициентом коллатерализации и взимать плату, получаемую от циркулирующих токенов SINS. Это также позволяет разблокировать токен Escrow. Владельцы токенов получат два типа вознаграждений. Во-первых, они получат токены ICOS за участие в системе, которую создают в рамках инфляционной монетарной политики. А во-вторых, владельцы получают комиссионные от обмена синтов, которые генерируются на торговых операциях бирже ICOS Exchange. Все синты должны быть обеспечены заблокированными токенами с залоговым коэффициентом, равным 750%. Владельцам ICOS необходимо управлять этими коэффициентами, удерживая его выше целевого значения. Это может быть достигнуто путем сжигания синтов для увеличения коэффициента для выпуска синтов, либо для выпуска синта для его уменьшения. Если пользователи соблюдают все это условие, то получают еженедельное вознаграждение. Все участники также создают долг, когда используют ICOS. Изначально долг равен количеству выпущенных синтетических долларов и далее будет колебаться в соответствии с прибылью или потерянными для других владельцев синтов. Когда кто-либо держит синт, цена которого повышается, то возникающая прибыль пропорционально распределяется в качестве долга у всех участников системы. Чтобы разблокировать используемые токены ICOS, участник системы должен выплачивать обратно свой долг. С помощью ICOS Swap вы можете обменять, отправить или вложить средства.
А на этом я хотела бы завершить свой обзор. Спасибо, что досмотрели его до конца. И если он вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Если у вас остались вопросы по поводу этого проекта, то смело их пишите в комментарии, я буду рада вам ответить там. Более подробно с этим проектом вы можете познакомиться, изучив техническую документацию проекта и посетив сайт. Ссылки на них я тоже оставлю в описании, а за новостями проекта вы можете следить в социальных медиа. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!